Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и давайте поиграем немножечко в Brawl Stars. А тут в магазине, я смотрю, у меня подарочки есть, давайте посмотрим. Бесплатный ящик, давайте откроем. Но прежде чем будем открывать, вдруг там выпадет какой-нибудь супер боец, попрошу тебя поставить лайк на это видео. И мы откроем какого-нибудь легендарного бойца. Ну что ж, давайте. Раз, два, три, открываем. Монеты. Роза. Динамайк. Так, все, больше никого мы не открыли. Ой, ну у меня еще есть 7 сундучков. Давайте еще сундучки откроем, попробуем, посмотрим. Вдруг там действительно появится какой-нибудь боец. Так, розочка. Нет, никого нету. Так, 6 сундуков осталось. Ребята, открываем. Монеты. Брок. Дальше. Нита. А, нет, никто не открылся. Ну давайте, ребятушки, ну пожалуйста, пожалуйста. 5 сундуков. Хоть бы мне открылся какой-нибудь супергерой. Открываем. Монеты. А, Бул. Роза. Никто не открылся. Да что такое? Так, а давай посмотрим здесь. Немножко вот такие штучки заберем. Так, ну, 4 сундука. Все равно. Открываем. Монеты. Очки силы Шелли. Очки силы Кольт. Так, никого не открыли. Давай, ну пожалуйста, кто-нибудь легендарный. Давай. Есть, есть, есть. Ребята, ребята, кто это? Кто это? Эль Прима! Я открыла, ребятушки, Эль Прима. Редкий четвертый из 4 бойцов. Эль Прима обрушивает на врагов град ударов. Его супер удар локтем в прыжке наносит урон 7, кто оказался рядом. Вот так вот. Ребята, мы открыли Эль Прима. Спасибочки за лайки. Да, такой же боец, как у Таки. Открываем еще 2 сундучка. Вдруг там еще какой-нибудь боец у нас будет. Монетки, Пенни, Покка. И все. Давайте еще один сундучок открываем. Вдруг там тоже будет какой-нибудь легендарный боец. Алло. Не, никого нет. Никого нету, ну ничего страшного, ребятушки. Давайте сразу выберем Эль Прима. Выбираем. Он редкий у нас. И давайте выберем какое-нибудь новое сражение. Столкновение, круговой каньон. Давайте его возьмем. Одиночное. Попробуем, проверим. Эль Прима, как он... Какой он боец? Хороший или нет? Как мы будем играть с ним? Так, вот такой вот я Эль Примка. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Так, а ну-ка, раз, два, три. Открываем, нет. Чуть-чуть остается. О, нормально, баночку взяли. О, давай еще вот здесь откроем. Кто-то там уже ходит. Пенни ходит, открывает. А ну-ка. Бул, смотри, ходит. Ладно. Так, мы Эль Примки, мы Эль Примки. Вот такие мы Эль Примки. Так, а там тоже, смотри, Пенни, Пенни идет. На, Пенни, давай, смогу я тебя заделать, зафигачить или нет? А, я зафигачил, другую Прима забрал. А, гад какой. Так, а ну-ка, давайте я сейчас буду открывать сундуки, пока я большой. Во. Так, там еще есть вкусняшка. А, не добегу я до вкусняшки, ё-моё. Ладно, тот взял. Эль Примчик. А что-то мне такое, кажется, что у нас тут... Что, 2 Эль Прима ходят? Где все бойцы? Алло. Так, а вот вкусняшка. Давайте ее возьмем. Подождем сейчас, чтобы эти подошли, ребятушки другие. Так, 3 бойца у нас, ребята. Ждем. А, вон розочка идет. Так, я беру вот здесь вкусняшу. Так, у нас столкновение. Вторую вкусняшу беру. И где? Вот она, розочка. На тебе. Все. Победа, ребята, первая победа бойцом Эль Прима. 10 кубков. Ой, хорошо. Хорошо. Второй ранг у меня уже. Звездный жетон. Играть... А, подожди. А у нас это, сундучки-то добавятся, нет? Да, один сундучок уже есть, но пока... О, еще один огромный сундук, но мы пока не будем открывать его. Ладно, играем дальше, нифига себе. Эль Примчик. Эль Примчик у меня открылся. Я думаю, может, какой-нибудь другой откроется. Но Эль Прима тоже крутой. Вот так и есть Эль Прима, кстати. Теперь у меня есть. Так, открываем. Вот, есть. Так, ходит Шелли там. Шелли, Шелли, Шелли. Так, миньон, миньон ходит. Так, все, отстань, отстань от меня. И я тут тоже. А, этот вонючка идет, смотри. Ладно, он немножко занят.
А мы откроем здесь сундучок. Есть, спасибо. Так, и вот это сейчас откроем сундучок. Ух ты, он у меня открывается уже, нифига себе. С трех ударов открывается. Так, ты бы тут не мешал бы мне, алло, кто там ходит? Иди нафиг. Ай-я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 й. Так. Вкусняшка, я сейчас возьму вкусняшку. Кто там на меня хотел, алло? Я большой, сейчас мне нужно захилиться, ребята. Ой, по-другому никак. Давай дальше искать вкусняшку. Пойдемте сюда. Может быть, здесь где-нибудь будет вкусняшечка. Нам нужно вкусняшку, по-любому. По-любому вкусняшку. Так, у нас уже столкновение. А, тот вкусняшку съел, да ну нафиг. Стоим, ждем. Тот нашел вкусняшку. Ага. А где бы мне вкусняшку найти? Ёлки-палки, так, но он меня не видит. Так что постоим. Пока у него хотя бы вкусняшка эта исчезнет. Так, немножко я сюда встану. А, тут уже и прятаться негде. Вот где он, а? А, вон он. А, это Дэрил ходит. А. Так, ладно. Мне нужно здесь стать. Он меня, если не видит, это очень хорошо. Это очень хорошо, если он меня не видит. Да, он меня не видит. Так, у него 9 банков. 9 банков у него. Так, ну все, он меня увидел, ребята. Он меня, ребята, увидел. Давай. На тебе. Получил, да? Да. На, супром я его. Ух ты, я повис, ребята. Хотел сделать супру. 10 кубков мы заработали. Повысили ранг свой. Да, третий ранг, ух ты. У меня уже третий ранг. Так быстро ранг растет, оказывается. Давайте играем снова. За Эль Примку. Вот, сундуков очень много. Так, я беру вот этот нижний. Нижний я возьму, ребята. Давай, я надеюсь, с трех ударов-то я его открою. А, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает, чтобы с трех ударов открывать сундучок. Ну ладно. Тут еще много сундуков. Вон сундуки, смотри. Так. Вот ты чего докопалась до меня, а? Вонючка. Так, есть, убили ее. Хотя бы ее убили, уже хорошо. Она мне надоела. Так, это дурачок ходит, тут же банка. Тут же вкусняшка. На тебе, я тебе сейчас отомстю. Все, спасибо за вкусняшки. Так, давайте возьмем еще одну баночку, сидим. Все, теперь можно идти драться. Опа! Так, столкновение, ребята, столкновение. А, берем, кушаем, а никого не слушаем. Открываем остальные банки. Тут их много. Так, вот еще вкусняшка. Так, на тебе. Против кого ты пошел? Эль Прима против Эль Прима был, ребята. Есть. 10 кубков мы заработали. Отлично. И сразу четвертый ранг у нас. Ну, ребята, если так ранги растут быстро, то я не знаю, что будет. Да. Мы скоро этого откроем. Слушай, еще новенького на пути к славе. Боец Бо. О, уже скоро я тебя, боец Бо, открою. Подожди немножечко. Совсем уже скоро осталось. Давайте еще раз играем. Бойцом Эль Примо. Мне нравится, пока мне нравится боец. Надеюсь, он меня не разочарует. Так, ладно. Так, кто там у нас? Шелли бегает, да? Надо его прокачать, чтобы он хотя бы с трех ударов-то открывал коробочку. Ну, так-то у него быстро растут эти добавляшки. Добавляшки растут быстро. А тут почему не открыто, интересно? О, все, я забрал, я пошел дальше, извините, ребята. Так, когда пойти... А, вот смотри, я здесь вижу еще. Сундучок вижу, сундучок. Тут еще много сундучков, оказывается, никто не открыл, интересно. Почему? О, баночка. Баночку я возьму себе, спасибо. Ой, спасибо за баночку. Так, кто у нас там ходит? А, это балалайщик. У меня уже 5 банок, ребята. Отдыхайте, я пошел дальше искать баночки. Ой, этот самый, вонючка. Иди нафиг. Миньон за мной гонится, а? У меня 5, и у него 5. И он решил до меня
До этого. Так, смотри, там очень много банок, но здесь этот ходит, миньон. Он ждет, когда кто-нибудь... Он выйдет. Да, он там и стоит. Он там до сих пор и сидит, ребята. Так, у нас 3 бойца осталось. А, нет, он, это миньон, смотри. О, вкусняшку, я вижу вкусняшку. Кто первее заберет вкусняшку, тот и победитель. Так, я взял вкусняшку. Давай, не убегай, алё. Так, он убегает. Да ты чё? Да ты дерешься, ты куда бьешь-то? О, Эль Прима. Ну ты даешь. 10 кубков. Ранг повысит мне, нет? Да, 5-й ранг, офигеть. Я так ранги вообще давно не поднимал так быстро, так много. Ну что ж, ребятушки. Вот такой вот у меня нас МЛ Примко. Интересный боец. Так что подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. А также передавай привет. Всем пока-пока, до новых встреч!